Всем привет, всем добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу сделать распаковку. Купила сыворотку. У меня закончилась кислотная сыворотка от Oriflame, очень понравилась. Но так как сейчас такой весенний-летний период, солнышко активное, поэтому я решила от кислот немножко отойти и купить сыворотку без кислот. И подумала, что вот пептидная сыворотка мне будет как раз очень подходить. Тем более у меня кожа уже возрастная, и в то же время есть недостатки, есть расширенные поры, неровности. Я сначала корейскую косметику как-то вот к ней настороженно относилась. В общем, решила я попробовать сыворотку от фирмы Dr. Jart, и я решила взять вот такой вот набор. В этом наборе, помимо сыворотки, вот такой вот пептидный, 40 мл, еще есть несколько продуктов. Сейчас мы с вами это все откроем. Вот так вот это все выглядит интересно. Очень классный вариант для подарка. Я думаю, это будет получить всем приятно. Такая вот красивая коробочка. И помимо сыворотки еще есть несколько средств. Сейчас мы с вами откроем. Я ее еще не открывала, не пробовала. Открываем эту банку. Такая вот здесь коробка. Такая пластиковая, но пластик такой жесткий. Очень-очень жесткий. И вот здесь вот таких два яруса. Первым, конечно, это сыворотка. Красивая упаковка. Мне многие корейские, японские средства отталкивают тем, что у них какая-то бывает такая вот упаковка слишком детская, там вот эти вот поросята, еще что-то. Вот такая вот какая-то не очень красивая упаковка. Но здесь упаковка прям выше всех похвал. Очень красивая. Написано применять очищенную кожу массирующими движениями до полного впитывания. Сделано это все в Корее. 12 месяцев. Так вот она открывается, откручивается. Вот интересно, здесь такая ковка. Посмотрим. Легкий-легкий такой свежий аромат. Отдушка практически незаметная. Такая вот упаковочка интересная. В общем, это Blue Energy Effect Serum с пептидами. А что еще здесь? Здесь идут такие вот маски. Две маски, они одинаковые. Это серия Цикопар. Это ночные восстанавливающие масочки. Попробуем, потому что я не пробовала маски Dr. Jart. Говорят, они потрясающе работают. Посмотрим. Вот такая вот очищающая маска с углем. Тоже вот такая большая. Вот. Именно очищение. Здесь написано, минимизирует поры, очищает. В общем, посмотрим. Первый раз. И в наборе такие вот миниатюрки идут. Первое. Так, это серия Thermoclear. Это микрогель, вот такой вот. Это как, ну, типа гидрофильного масла, гидрофильного геля, наверное. А здесь небольшой, конечно, объем, 10 мл, но попробовать подойдет. А следующее, это солнцезащитный крем. Вот, здесь 40, SPF 43, в общем, такая хорошая защита от всех лучей. Посмотрим, какой он. Ну, нет, не очень плотный, не сильно плотный. Он тоже практически пахнет слегка, не очень сильно. Это тоже Cicapair, это серия крем восстанавливающий для чувствительной кожи. В общем, посмотрим, какой это крем. По-моему, такой плотный и, по-моему, да, питательный, но тоже приятная душка такая легкая. А написано, что это здесь центелла азиатская содержится,
В общем, восстанавливающий, ну такой более плотненький, наверное, ночной крем. Лучше на ночь его использовать. И еще что здесь? Это сыворотка, потому что вот эти сыворотки выпускаются в двух видах, голубая и розовая. Но так как голубую я уже приобрела, здесь идет сыворотка Pink Energy Effect, экстракт розы. Здесь маленький, конечно, объем. И она тоже. Попробовать, конечно, можно. Она увлажняющая, такая вот восстанавливающая. Все запахи нейтральные, спокойные ароматы, так что не раздражающие. Я вообще люблю вот такие наборы, когда можно, купив одно средство, и приобрести несколько средств и познакомиться. Что-то, если понравится, то, конечно, я уже приобрету в полном размере. Надеюсь, она мне понравится. Потому что от Миши я брала в последнее время маску из серии Aqua. Вот, ночную маску с экстрактом улитки, с муцином улитки. Но что-то как-то я осталась от нее не в восторге. Немножко разочаровала меня. Но вот сейчас вот хочу попробовать Dr. Jart. Многие хвалят этот бренд, и посмотрю, как он мне пойдет. Вообще, сейчас у меня какой-то интерес проснулся к корейской, к японской косметике. И мне дали в пробниках, дали вот такое вот средство для волос. Сказали, что это очень такой вот сейчас востребованный продукт. Все его покупают. Это шампунь, интенсивно питающий. В общем, здесь такая форма, делает волосы шелковистыми, блестящими. В общем, попробую. Тоже корейский. CP1. Вот такая вот. И вот эту серию мне посоветовали от фирмы Berisom. Это крем такой вот ночной и тонер, гель-тонер. Если мне понравится, то тоже, наверное, приобрету. Посмотрим. Вот такие вот пробники. В общем, сейчас есть что тестировать. Очень много продуктов. Особенно вот эти маски я хотела, конечно, попробовать. Ну и действие вот этой вот сыворотки. Может быть, она... Ну, она с пептидами. У меня была от Clorant сыворотка голубая. Такая вот просто увлажняющая. Я ее очень любила, но в последнее время что-то как-то на люкс цены вообще зашкаливают. Зашкаливают. Поэтому уже начинаешь смотреть. Ну вот Dr. Jart, конечно, тоже не бюджетная корейская косметика абсолютно. Тоже дорогая. Вот. Но все-таки вот такие наборы, в таких наборах есть возможность попробовать сразу несколько продуктов. Потому что одна сыворотка, я видела, стоит, а я купила даже ниже, по цене дешевле. И здесь еще оказалось, смотрите, раз, два, три, четыре, шесть продуктов других на пробу. Так что я думаю, что очень интересный вариант. Если вы где-то увидите, заказывайте, я думаю, вам тоже понравится. На этом все. Это была распаковка корейской косметики. Надеюсь, вам было интересно. Я вас немножко развлекла. Всего доброго и всем пока.